Приглашенных приветствовали артисты Кубанского казачьего хора. От имени главы региона Вениамина Кондратьева собравшихся поздравил вице-губернатор Андрей Алексеенко. Сочи – это вы. 500 000 талантливых людей, которые добиваются впечатляющих результатов, сохраняют добрые традиции и заботятся о своей малой родине. Мы искренне гордимся вашими успехами. Ежегодно Сочи принимает около 6,5 миллионов гостей, не исключение и нынешний сезон. Глава города отметил, что именно благодаря труду сочинцев курорт стал одним из самых востребованных туристических, культурных и спортивных центров России. Огромную признательность выражаю всем сочинцам за активную гражданскую позицию, неравнодушным проблемам нашего города и будущему. Вы – опора нашего города. Верю в вашу поддержку. Наша сила в единстве. Поздравляю всех вас с праздником. За выдающийся профессионализм и вклад в развитие города 39 сочинцев получили государственные награды Российской Федерации, Краснодарского края и муниципалитета. Кстати, среди приглашенных были и те, кто руководил курортом в прежние годы. Леонид Мостовой отметил, что за последние 10 лет город, благодаря поддержке федеральных и краевых властей, стал другим – европейским, с достойной курортной инфраструктурой. 20 лет назад мы могли только мечтать о горном кластере, как это сейчас модно говорить. А сегодня это, ну, поверьте, я объехал много лыжных курортов по всему миру и хочу сказать, что Сочи выглядит исключительно достойно и качеством трасс, и, надеюсь, и количеством. Хочется еще увидеть новые трассы, но уже сегодня абсолютно достаточно для курорта такого, знаете, хай-класса. Во всех выступлениях на торжественном приеме звучала общая мысль – Сочи – это главный российский курорт, и его жителям под силу многое. Совместными усилиями они могут справиться с любой задачей, даже самой амбициозной. Галина Моисеева, телекомпания ВКТ.